Добрый день. Предлагаю посмотреть, что сегодня происходит на звездном небе. А на звездном небе сегодня картинка такая, я вам скажу, обратите внимание, огромное количество красных аспектов. Красные аспекты — это, как правило, такие напряженные аспекты. То есть, независимо от знака зодиака, я бы рекомендовал эту недельку быть более внимательными, более сдержанными, более обходительными со своими близкими. Потому что напряжение будет, и будет его достаточно много. Прежде всего, это касается представителя знака Овен. Потому что со стороны Рака создаются три негативных аспекта. Мало того, сегодня Луна переходит в Весы, и 2-3 дня у Овны будут такой, знаете, как на вулкане у них будет такая жизнь. Попробуйте 3 дня быть очень терпеливыми, спокойными. И вообще, уйдите куда-нибудь на море, посидите на пляже, позагорайте, потому что 3 дня будут сложными. Телец. У Тельцов ситуация более-менее относительно ровная. Относительно Овна так уж точно ровная. Достаточно благоприятный по-прежнему продолжается финансовый фон. Венера все еще покровительствует знаку Телец. Еще где-то, ну, недели полторы точно. Близнецы. Ситуация у близнецов, я бы сказал так, не хорошая и не плохая. Просто такая достаточно размеренная. Вот, то есть можете делать все, что угодно. Ни поддержки, ни проблем у вас сейчас нету. Раки. С одной стороны, много планет, три планеты в знаке Рак. Это достаточно выгодная позиция для раков. Но с другой стороны, это дает два напряженных аспекта. К Плутону и к Юпитеру. То есть, энергия будет, ресурс будет, но пользуйтесь этим осторожно. Лев. Ситуация у львов примерно как у близнецов. Ни хорошо, ни плохо. То есть спокойно и размеренно. Единственное, я бы рекомендовал близнецам 3-4 числа быть более сдержанными. Луна будет создавать не самый лучший аспект для представителей знака Лев. Но это явление временное. Буквально 2 дня, и Луна перейдет в Стрелец. И наоборот, с 5 числа у вас будет просто все замечательно в плане личном. Дева. У дев, вот даже сложно сразу так сказать, на первый взгляд, с одной стороны, вроде все спокойно, никаких аспектов нету, но с другой стороны, я бы порекомендовал девам обратить внимание на движение Венеры, она по-прежнему в очень выгодной для вас позиции. То есть, как минимум, еще недели полторы обратите внимание на финансовые потоки. Вполне возможно, вы где-то получите прибыль. На таком движении Венеры благоприятно начинать какие-то новые дела, связанные с финансами. И деньги пойдут в вашу жизнь рекой. Весы. Одна из самых сложных позиций сейчас именно у знака Весы. Три планеты в Раке создают очень напряженный фон в жизни Весов. То есть поэтому как-то, ну, хотя бы до выхода Меркурия еще где-то недельку будьте аккуратны, сдержаны. Лучше каких-то новых дел сейчас не начинать. Подождите немножко. Эти аспекты совсем скоро пройдут, и ситуация в вашей жизни будет значительно-значительно легче. Скорпион. Вот кому хорошо от всего этого напряжения сейчас, так это представителям знака Скорпион. Для них Солнце, Марс, Меркурий создают замечательный аспект. А 3 числа еще в ваш знак входит планета Луна. Луна. И 3-4, вот что-то очень хорошее должно произойти в вашей жизни. Не исключено, что это будет связано, поскольку Луна в личном формате. Стрелец. Ну вот эти напряженные аспекты, которые сейчас имеют место быть, в принципе, они к стрельцам отношения имеют мало, и стрельцы будут, ну, достаточно себе спокойно, уверенно себя чувствовать. Козерог. Вот Козерог и Весы. Два знака, которые будут сейчас находиться, ну, в самой такой сложной ситуации. Но опять-таки напряжение помогает расти и развиваться. В общем, сейчас у вас период,
когда вам, ну, скажем так, нельзя расслабляться. Водолей. Ситуацию водолеев, ну, можно отнести тоже, примерно вот как у близнецов, не хорошо, не плохо, так ровно и размеренно. Совсем скоро в знак близнецы перейдет Венера, и для водолеев какие-то благоприятные откроются финансовые возможности. Пока немножко терпения, буквально недельку, и Венера будет в хорошей для вас позиции. Рыбы. Вот все вот это напряжение, которое есть сейчас на звездном небе, для кого-то это очень плохо, но только не для рыб. Скорпион и рыба сейчас будут испытывать вот такой хороший подъем. Мало того, 3 и 4 еще и Луна будет в Скорпионе, и замыкается такой большой треугольник, и у рыб будет особая фартовость, так что на 3-4 число наметьте для себя что-то важное. И все у вас будет прекрасно. До новых встреч!